Егор Рогожин с детства увлечен физкультурой. Знакомство с баскетболом случилось на спортивной площадке. Забросил мяч в корзину, попал и решил заниматься. Студент уверен, для достижения высоких результатов важна не только физическая подготовка, но и внутренний настрой. Главное – искренне любить то, что делаешь, и полностью отдавать себя игре. Ну, мы регулярно тренируемся 2-3 раза в неделю. С командой давно. Все друг друга понимаем. Взаимодействие, так сказать, отточено. 3-3. Баскетбол, в отличие от 5-5, более такой мужественный, тут надо показывать характер, тут игра намного жестче. Дарья Львова считает баскетбол одним из сложнейших видов спорта. Здесь, как и в шахматах, важно много думать, просчитывать свои действия на несколько шагов вперед. Здесь задействовано полностью все тело, ноги, руки, и нужно очень много думать. И чувствовать, когда давать передачу, когда не давать. Мы понимаем то, что мы сейчас выиграем. У нас есть команда, на которую нужно будет попотеть, но мы справимся. В Самаре провели областные соревнования по баскетболу. На паркете собрались студенты городских вузов. Они играли 3-3. В каждой команде по 3 участника, не считая одного запасного. Игра проходит на полукорте и с одним кольцом. У нас играет 10 команд юношей, 4 команды девушек. Сыграем по системе групповой этап, затем плей-офф. И определим победителей, которые и представят наш регион на финале Приволжского федерального округа. Среди юношей самой сильной оказалась команда Самарского университета имени Королева. Ну а среди девушек лучше всех владеет мячом сборная Самарского политеха. В мае все игроки отправятся в Пермский край, где будут отстаивать честь региона. Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События.